Как начинается успех блогеров в интернете? Если у вас есть какие-нибудь интересы и вам действительно нравится этим заниматься, то вы чувствуете, конечно же, себя счастливчиком. Сложно ли быть начинающим артистом в сфере шоу-бизнеса? У каждого человека бывают трудности, и на самом деле, если бы не было трудностей, то человек бы не понимал, для чего он живет, как живет и почему он живет. Хоть у него не так много фанатов, но он любит их за то, что они всегда рядом с ним. Всем привет, с вами снова Денис Белик. Интернет – это огромная паутина, в которой вращается все больше и больше различной информации. Самой разной информации, которая подразделяется на темы, блоги и так далее. И именно сегодня мы поговорим с вами о блогерах. И хотим вам представить молодого, талантливого, перспективного артиста из интернета, который ведет свой блог. Его имя Денис Белик. Вы, наверное, уже слышали о нем. Самое красивое место во всем мире – это небо. Блогер – это человек, ведущий сетевой журнал «Дневник». Фактически блогеры сейчас представляют собой развлекательную субкультуру, состоящую из множества сообществ, однако имеющие свои традиции, общие для большинства сообществ. Первое огромное выступление Дениса Белика проходит на площади в 11 лет. После этого парень пробует себя в разных жанрах песен от попсы до рэпа, и у него неплохо получается. Молодому артисту не приходится скучать. Денис часто бывает на музыкальных конкурсах по вокалу и всегда занимает призовые места. Всем привет! Я вернулся с выступлением. Мы сейчас готовим кушать. Фокус. Смотрите, что мы готовим. Всем привет! Меня зовут Денис Белик. И я сейчас хочу спать. Короче, люди, никогда не пейте, никогда не курите, ведите здоровый образ жизни, и все у вас будет зашибись. Эксперты дают ему высокую оценку. До популярности ему осталось совсем немного. Где-то намного лучше, чем подросток будет скучать и сидеть дома. Ну, а мы идем сейчас купаться. Денис Белик на данный момент распространенная фраза в интернете, в своей среде зрителей, хотя настоящее имя у него совсем другое. Денис пробует вести свой блог в интернете, снимая простые видео на телефон и камеру, и уже за 7 месяцев он имеет 500 000 просмотров на YouTube. Фантастика! Я люблю MTV, а ты любишь? Ну о плохом думать не стоит. Так считает молодой подросток интернета Денис Белик.